пришел. Яна, просыпайся. Быстрее, просыпайся. Это вопрос что? Жизни и смерти. Какой? Черт подери. Ты что, решил кардиограмму на дому сделать? Нет, Яна, это полиграф. Я взял на один день потренироваться. Так. Ой, это ты что, новую ролевую игру придумал? Это не я, это наш президент придумал. Сегодня половина Верховной Рады будет дома с женами играть в одну и ту же ролевую игру. В смысле? В коромысле, Яна, что непонятно? Нас завтра всей фракцией отправляют на полиграф. Ой, я тебя умоляю, но ты же каждый год ездишь на этот полиграф, и все нормально, здоров. Яна, полиграф и флюорография — это две разные вещи. Здесь что-то не то ляпнул, все, нафиг из фракции, нафиг из партии, нафиг из парламента. Я тебя умоляю, ну может они опять решили там что-то пошутить, там повеселяться и замнут. Не замнут, это ж необычное кнопкодавство. Тут все серьезно. Вон Ковальчука помнишь? Ну со страусиными фермами. Ну? Все, взяли за яйца. Страусиные? Если бы, Яна, если бы. Я спать. Что значит спать? А вопросы я себе что, сам задавать буду? Какие вопросы? Да любые, я не знаю. Спроси меня что-нибудь. Окей. Можно я спать? Яна! Ты что, не понимаешь, что ли? Я если вот эту вот хрень не пройду, ты будешь спать где-то на улице еще лет 20. А, прям настолько все серьезно? Настолько. Окей. И как оно работает? Я не знаю, оно как-то считывает пульс. И если пульс прыгает, то значит человек нервничает и, скорее всего, врет. То есть ты и во время нашего секса врешь? Яна, во время нашего секса я вообще сплю, давай быстрее. Так а, что? Да ты... любой вопрос. Просто любой вопрос? Вот любой? Любой. Хорошо. Ты брал взятки? Яна, блин! Черт! Что? Ты что с козырей-то херачишь, а? Блин! У меня пульс сейчас... 220, ты посмотри! А, это напряжение. Ты понимаешь, это главный вопрос. До него нужно вырасти, и надо потренироваться как-то. Попроще что-то. Хорошо, можно? Попроще. Ты давал взятки. Яна! Да смени ты пластинку, черт подери. Ладно, ну не знаю. Тебе нравится президент Украины? Да. Какой из шести? Яна, что тебя в крайности-то кидает? Как ни в одну, так в другую. Спроси обычный вопрос, хорошо, я тебя прошу. Хорошо, обычно, окей. У вас в партии есть геи? Да что это за звук? Я не знаю, это прибор. Я вообще не в курсе, какие он звуки издает. Я просто переживаю, что тебя могут наказать, поэтому хочу узнать, есть ли у вас в партии геи. Яна, да где их сейчас нет? Задавай, ну какой-нибудь простейший вопрос, самый простой. Хорошо. Сколько стоит хлеб? Окей, простой, но такой, чтобы я знал на него ответ. Сколько стоит майбах? Ну не такой простой, Яна. Ну, тут каждый дурак в Раде знает, ну. Ну, что-нибудь серьезное, да? Давай что-то посерьезнее. Ты мне изменял? Яна, я серьезно! Я тоже серьезно! Ты что, не понимаешь? На кону наше будущее с тобой, а ты спрашиваешь какую-то фигню. Вот из-за этого будущего я и спрашиваю, изменял ли ты мне? Яна, пожалуйста, простой вопрос, который тебя не касается. Хорошо. Какой у тебя пин-код от карты? При чем здесь пин-код от карты? Да при том, что когда я у тебя его спрашиваю, ты всегда мне отвечаешь, этот вопрос тебя не касается. Яна, там очень сложная комбинация цифр, ты все равно не запомнишь. 4 0? Нет. 4 единицы? Нет. 1 2 3 4? Яна, ты что, собираешься перебирать все цифры в мире? В конце-то концов, спроси меня что-нибудь и про солнышко, про травку, я не знаю. Солнышко
ты куришь травку? Да. Яна, что ты меня палишь-то? Давай, простой вопрос. Соберись, пожалуйста. Тебе нравится Ирина? Какая еще Ирина? Ну, ты в интернете все ее фотки лайкаешь. Яна, я тебя прошу спрашивать простые вопросы о семье, о возрасте, вот что-то в этом роде. Сколько Ирине лет и почему она разбивает нашу семью? Яна! Господи, да что ты прицепилась-то вообще? Я прошу тебя задать вопрос, связанный с моей работой. Хорошо. Кем у вас работает эта Ирина? Вот этот вопрос вообще никого не интересует, ну, Яна. Ну как это? Всем же будет интересно, кто с кем спит у вас на работе? У нас на работе вообще спать запрещено. У вас и проституток заказывать запрещено. Но заказывают же ж. Яна. Ты и заказывал проституток? Нет. Ой. А что же это за звук? Да я понятия не имею, может он вообще не работает, этот прибор. Ирина проститутка? Яна! Ирина это член нашей партии. Ирина политическая проститутка. Ты лишал ее депутатской неприкосновенности, а? Прекрати, Яна! Так, возьми свой телефон и задай мне любой вопрос из интернета. Любой? Любой. Окей. Оцените себя по 10-бальной шкале, насколько вы странный. Другой любой. Представьте, что вы карандаши попали в блендер, ваши действия. Яна, дай сюда телефон, да я его выброшу сейчас. Вот ты нервничаешь, господи, да возьми ты выпей успокоительное. Не могу я выпить успокоительное, у нас кровь на анализы берут. Да, вас реально как-то обложили. Еще как, если они еще узнают, что я у тещи квартиру арендую, мне капец. Слушай, ну тут в интернете пишут, как можно обмануть полиграф. Ну? Просто очень-очень сильно нужно сжать мышцы сфинктера. Сфинктера? Задницы. Я знаю, что такое сфинктер. Конечно, ты же работаешь в Верховной Раде. Яна, я как только узнал про этот полиграф, у меня этот сфинктер так сжался, что у меня ноги короче стали. Продолжим. Ой, я даже знаю, кто пишет. Нет, это не Ирина, это из фракции. О, кто-то слил все эти вопросы на полиграф. На, задавай вот эти. Вы действительно фамилия, имя, отчество? Яна, ты не могла бы подставить мою фамилию, имя, отчество? А, да. Вы действительно Крутоголов Егор Григорьевич? Да. Вы действительно работаете в Верховной Раде? Да. Вам действительно 39 лет? Да. Блин, какие тупые вопросы. А про карандаш в блендере получше, да? Вы действительно переспали с Ариной? Ну-ка, дай сюда телефон. Яна, здесь такого вопроса нет. Здесь спрашивается, был ли я в Крыму. Так вот, нет. Нет, не был или нет, не спал? Нет, не был. Значит, спал. Нет, не был. Вам предлагали секс за деньги? Что? Да... Что опять за звук? Что с этим аппаратом, я не понимаю. Черт, что это за вопрос? Я опять что-то придумала. Действительно вопрос. Это кто прислал? Черт. Это Джокер. Блин. Какой Джокер из фильма? Из оппозиции. Черт. Нет, это все не работает. Это... Ты ко мне слишком хорошо относишься. А там будут люди, которые мне будут задавать вопросы. Так вот, они меня ненавидят. И я их тоже ненавижу. Вот такой мне человек нужен. Не человек, а мразь. Мама! Что, пузатый? Взяли тебя за твою толстую задницу, а? Мама. Что, мама? О, судя по проводам, готовимся к казни на электрическом стуле. Мама. Мам, послушай, у Егора завтра тест. На беременность. Да тут все видно, 20-я неделя.
мам, ну, теста честность. Какой нахрен тест? Вы там у себя работаете? Или продолжаете фигнёй заниматься? Мама. Мам, завтра у Егора допрос, и нужно его как-то к этому подготовить. Допрос? Да. Да не вопрос. Сейчас подготовим, хороший мой. Говори, брал взятки! Можешь не отвечать, по твоей наглой морде вижу, что брал! Евгения Валерьевна, вы уверены, что вы поняли задание? Здесь вопросы задаю я! Мамочка, ты просто не с того вопроса начала. Яна, я всегда начинаю с главного. Говори, где бабки хранишь, а? Пароли, явки, имена подельников, говори, кобель! Я не знаю! О, врёшь, скотина! Мама, спроси, кто такая Ирина? Кто такая Ирина? Я не знаю! Врёшь, скотина! Яночка, неси утюг. Это зачем утюг? Не надо! Эта скотина утюг. Всё скажет. Не. Тяжело в учении, легко на нарах. Говори, скотина, брал взятки! Ай, больно! Он даже не подключен. Яна, он у тебя не только брехло, но еще и стекло. Говори, брал! Я брал! Спал! Спал! Пин-код! 1, 2, 3, 4! Я сдала! Мамина школа. Быстро ж ты раскололся. Тут Яна... Корыто стирки. Тебе, Егорка, еще тренироваться и тренироваться. Да пошли вы обе. И полиграф это тоже посол. И политика это пошла в зубу. Я у себя в комнате. Не входите. Я плачу. Мам! Откуда у тебя такие навыки? Дочь, ну, помнишь, когда наш папа нас бросал, не хотел говорить, где документы на квартиру? Ну, помню. А потом сказал... Ну? А ведь он у нас глухонемой был.